Девчонки, всем привет! Сегодня я буду снимать небольшой влог. Сейчас я приеду в наш коммерческий центр. Может быть, поснимаю вам какие-нибудь весенние витрины, если будут интересные. И сейчас у нас идут промоушен в косметическом магазине Гардения. Хочу пойти посмотреть, может быть, что-нибудь себе приобрету. И вот я сегодня пробую снова тоналочку. Это тоналка от Clarins Sky Illusionist. И она мне очень-очень нравится. Она очень хорошо перекрывает вот всякие там пятнышки, недостатки. Снова рассматриваю сумки. Такие разные золотые сумки. Вот взяла кое-что померить. Вот еще взяла померить. Это я в магазине Sisley. Очень нежные, красивые вещи сделали на весну. Просто сама нежность. Рубашечка безумно нежная. Вот у нас сейчас вводят такие яркие всякие кроссовки. И много скидок уже началось. Sono le ore 13. Hai parcheggiato la tua auto in un posto riservato ai disabili? Наш коммерческий центр. Сейчас очень спокойно. В течение недели нет много народа. Очень много голубого сейчас везде. Голубое, желтое, синее. Белого тоже много, золотого. Цвета морской волны. Тут у нас уже морская мода. Белье тоже сделали все в таком тропическом каком-то стиле, с цветами, с пальмами. Рассматриваю, что нам пришло новенького от Dior. Все, я в парфюмерии. Вот новые духи от Dolce & Gabbana вышли, также вышел новый вот такой вот от Acqua di Gioia, Jasmine Edition. Сейчас сделали промоцию, также вот такой вот Le Jardin вышел новый от Hermès. Very Resistible от Givenchy, по-моему, тоже новый вот этот розовый вот этот туалет. Очень свежий. Этот новый Dolce & Gabbana очень свежий. Платьице от Guerlain вышло тоже зелененькое, свеженькое. Но мне нравится только Eau de Parfum здесь. От Guerlain Acqua Liguria Terrazzura. Новая, но не вижу, чтобы попробовать. Нету. Такую марку у нас представили. Они делают очень красивую бижутерию. Уже давно хочу. Никак не выберу себе. Парфюмы, ну, так себе, на любителя, мне кажется. Здесь у нас все нарциссы и Tom Ford. Вот мой шопинг закончился. Здесь вот шмоточки я купила от Benetton и от Promote. Купила себе также новую бижутерию. Здесь уже покупки такие косметические. Купила две пары духов, которые я давно хотела. Купила себе новую краску для волос. Хочу освежить цвет. Мне тут дали пробники. Новый Lanight Trésor. Еще я не попробовала. От Гермес дали и Ангел классический. В Кико купила и кисточки, и тени кремовые, три лака. Еще что-то уже сама не помню. Вот такой себе кошелек новый купила. Очень весенняя такая расцветка. Если будет настроение, то завтра уже сделаю, наверное, обзор на покупки. На шмотки я вообще обзор вам не делала уже давно. Так как я их не меряю, может быть, я
просто покажу, что я купила, если вам интересно. Ну, а потом просто создам образы на столе как-нибудь, как я их сочетаю, потому что мерить модель с меня никакая, то есть. Открыла я пробник Lanai Trésor. Вот брызнула на первый нюх. Вы знаете, такое странное ощущение, или, может быть, потому что передо мной они лежат, но такое ощущение, что очень похож на Black Opium и похож на Ангел. То есть это как будто бы вот перемешали. Неплохой. Наверное, тут тоже кофе есть, что ли. Черная роза. Не вынесла душа поэта. В общем, сразу распечатала я свой Black Opium. Мне очень нравится упаковка, очень нравится цвет парфюма. Такая вот розоватая, янтарная какая-то водичка. Нанесла его тоже, чтобы сравнить с Lanai Trésor. Да, что-то есть похожее, но все-таки Black Opium, я не ошиблась, очень мне нравится. Прошло немного времени, и хочу сказать, что Lancôme на мне, он потерял вот эту... Так он неплохой, но он очень сладкий на мне становится, слишком сладкий.